Отлично, мы готовы начинать нашу пресс-конференцию. Первым итоги матча подведет глава тренер команды Словакии Лайф, у меня Лямса. Спасибо. Окей, это за... I think it was pretty much the same kind of game what we had a few days ago here. And like I said, after this game, this is like a really difficult place to play. Opponent aggressive, play really speedy hockey. So I'm satisfied. 2 games, 4 points. That was our goal when we came here. So 4 points, it's what we wanted. Again, like the first game, Metsola today, Tarasov. Both goalies played well, so that's a really good thing. PK, even one goal, but we played well. And then, but like a big picture, I'm satisfied, 4 points. Да, матч получился таким же, как мы его ожидали. Он очень похож на предыдущую нашу встречу в Хабаровске. Оценю Амур. Они очень агрессивно и очень в красной манере действовали. Нам было совершенно сегодня непросто. И поэтому мы очень довольны тем, что набрали снова 2 очка и тем, что увозим 4 очка из Хабаровска. Это была наша цель, мы к этому готовились. Плюс хотел бы сказать сегодня про Тарасова. Он, как и Метцл, себя сегодня хорошо проявил. Поэтому мы довольны игрой наших голкиперов. Ну и пару слов о меньшинстве. Сегодня, даже несмотря на то, что соперник смог одну шайбу нам забросить в этом компоненте, мы все-таки очень хорошо и строго сыграли. Поэтому очень довольны тем, что набрали сегодня 2 очка и 4 очка в Хабаровске. Спасибо, коллеги, если есть вопросы, задавайте. Здравствуйте. Азамат Шулуков, медиакассеть. По Тарасове. Из 7 его последних игр 6 были на выезде. Это совпадение или вы специально ставите его на гостевые игры, чтобы ему было немного сложнее? Тарасов played 6 games in like a host games. Тарасов played games, away games, 6 from 7 games. So just coincidence, or you wanted to give him a little bit more pressure because it's away games? No, it's we have a plan how we want to use our goalies, and currently we have two really good goalies, two hot goalies. So that's the main thing. But there is like nothing like that. It's only plan how we want to go. У нас 2 хороших голкипера в команде, и, в принципе, у нас идет ротация голкипера идет по плану, поэтому здесь никакого такой специальной подоплеки нет. Еще о составе. После игры с Северсталью Лисовец не играет. Объясните, что у вас не устраивает в его игре, почему он запасной. И здесь же поменяли центр в 3-й, 4-й линии. Почему? Two part of question. First one, what do you think about Lisovets game? Because he don't play a lot of time. What's the problem of his playing, of your opinion, and why did you change the side center of game today, in the third line and fourth line? Okay, first about Lisovets, we have a, like I said before, we have a good 10 good defensemen, so we rotate our players, and today Muhammadulin, he had a break, and Lisovets maybe next game, we'll see, but we rotate because we want to keep all guys. Like they need to be ready if something happened. And, but Lisovets, he didn't play badly those games that he played, so it's easy to put him back to the lineup. And why we changed those centermans? I just wanted to see how Pimenov can play with Kukisev and Amirov, and because we need also goals from that line. So that was an idea that how boys go together. Начнем с центров. Ключевой идеей изменения сегодня центров в 3-й, 4-й тройке нападения было то, что посмотреть, как Пимен сможет сыграть с Амиром Кугрышем, потому что мы тоже от них ждем голов. Что касается игры Лисовца, то он не играет плохо, у нас просто 10 хороших защитников, и мы стараемся всех ротировать и стараемся, чтобы они все придерживались, находились в хорошей свежести, поэтому с Лисовцом нет никаких проблем, чтобы его снова поставить в состав, и он не сыграет плохо. Поэтому здесь идет обычная ротация. В большинстве, точнее, дисциплине. Было 2 удаления, которые оборвали розыгрыш большинства. Потом еще Кугрышев удалялся в атаке, и в конце Гран шайбу выбросил по пределу площадки. Оцените сегодня дисциплину. Это предпоследний вопрос. Can you rate discipline today? Because some problems. Салават had 2 penalties in the end of power play.
and Kugrushev had 2 minutes for the fall of offensive zone, and last one, it's a ground through the puck, the ground. So what do you think about penalties? Well, it's never a good thing if you have a penalties, but like when you play with a good emotion, sometimes there is a penalties, and that's why we have a good penalty killing. So, but for sure, like penalties from offensive zone, it's not our hockey, and that's the thing what we need to make better before the playoffs. Что касается удаления Кугрышева, что да, вот такие удаления нам не нравятся, это не наш тип хоккея, их нужно исключить, тем более перед плей-офф. Что касается вот этих моментов, то да, нам есть над чем поработать, но я думаю, что в первую очередь это от такой заряженности эмоционально положительной, ребята где-то хотели сыграть чуть агрессивнее, и от этого приходили удаления. От меня последний вопрос. Что сказали команде после пропущенного гола на старте второго периода? Спасибо. What did you say to the team after second goal, after Amur's goal in the start of the second period? Nothing special, because it was an unlucky bounce, and the I think the main thing is after goal like this, you just need to continue and like focus on your own game. So nothing special. Ничего особенного не говорили. Ключевое здесь. Случился такой неудачный для нас отскок. Главное то, как мы продолжили играть в наш хоккей, и то, как мы среагировали на этот эпизод. Так что здесь ничего особенного мы не говорили команде. Спасибо, коллеги. Если есть еще вопросы? Спасибо. Если нет, то мы отпускаем. С вами благодарим. Спасибо. Следующий на ваши вопросы ответит нападающий команды Савола Пилаев. Great win. It was a hard game for to play against them. It's always hard to play here, but we were able to win both games. And when we got the lead today in third period, we stayed and defended really well. So I'm happy about the result. Да, непростое место для игры, поэтому очень счастливы и рады тому, что нам удалось набрать 4 очка в Хабаровске. Сегодня ключевой момент, я думаю, что нам удалось забить третью шайбу в третьем периоде, и после этого мы достаточно хорошо оборонялись и в матче одержали победу. Можно спросить? Да-да-да. Да, здравствуйте. Замат Шелуков, Медиакрасити. Сегодня было много пробросов, достаточно со стороны Амура, 8. Как это повлияло на игру? Maybe make some changes in the tactic, because a lot of face-offs are icings from Amur today. So what do you think about this moment? They played tried to make a lot of long passes, so they had a lot of icings. So it's, I don't know about their system, but I don't know. What about changing in your playing of your team? No? Nothing special? What? Maybe you've made something changing in your team playing. Nothing special today? The same? Yeah, nothing. Work a little bit harder and little changes in the trap system, but that's it. Nothing special. Ничего особенного мы в игре нашей команды сегодня не меняли. Амур старается, и это их, наверное, стиль игры, играть длинными передачами, поэтому, возможно, от этого сегодня было много пробросов, но мы старались их просто, наверное, чуть лучше накрывать, и от этого, может быть, тоже причина, почему сегодня Амур много раз пробрасывался. Салават официально вышел в плей-офф. Как считаете, над чем еще нужно поработать, что нужно улучшить до розыгрыша Кубка Гагарина? Изучаете ли вы таблицу, прикидываете ли вы, с кем, скорее всего, придется играть в первом раунде? Салават Юлаев officially after this game clinched in playoffs. So what do you think about this moment, and maybe you see watch standing right now, try to choose opening or just try to analyze who will play, who better for playing in playoff for your team? Yeah, it's a great we managed to secure the playoffs, but already that was the smallest goal this year, and we made it, and it's almost impossible right now to analyze who you will play against, so we just try to win as much as game as we can, to get as high as we can. So it's there is a
few teams who are almost in the same points in the standings, so it's just need to win and try to get the best part of possible. And second part of questions, what do you need to improve before playoffs in your game? Well, today we will have a lot better power play. We didn't manage to play that so well, but there is a small details. Overall, our game is pretty stable. We've been winning a lot lately, so yeah, it's not big things, but from this game we could do a little bit better in the power play. Первая часть вопроса о том, что команда вышла в плей-офф. Да, мы рады тому, что нам удалось сегодня оформить выход в плей-офф официально, но это лишь маленький шажок, та маленькая цель, которую мы достигли, поэтому мы все еще хотим забраться в таблицу как можно лучше, выше, получить как можно лучше посев перед плей-офф. Что касается соперника, то мы, естественно, невозможно сейчас предугадать, с кем ты будешь играть, поэтому все это бессмысленно. Что касается тех улучшений в игре, которыми нужно поработать, я думаю, что нужно сделать акцент на какие-то маленькие детали, но вот если в сегодняшней игре возвращаться, то у нас сегодня удалось большинство, поэтому в том числе нужно и поработать над большинством. У меня последний вопрос. Какие ожидания от игры с Борисом? Потому что в одном матче Борис сделал камбэк, отыгравшись 0-2, а недавно вам удалось это сделать. Спасибо. What do you expect from the game in Astana, in Nur-Sultan? Because first game Paris made comeback, another game you made comeback. So it's how's the game gonna be? I'm probably gonna be hard. Paris is playing their spots also right now, and it's always a hard team to play against, and especially now we have a long road trip and we have a long flight tonight and. We need to get as much recovery as we can, so we can challenge them as good as possible. So it's going to be a hard game. Я думаю, что нам предстоит непростая игра. Да, плюс у нас будет долгий ночной перелет в Нур-Султан, поэтому это тоже может сказаться. Поэтому сейчас у нас самое главное, как можно лучше восстановиться к этой игре, и мы понимаем, что на домашней арене Барыс очень хорошо действует, и нужно приложить все силы, чтобы победить там. Спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо. Идем. Коллеги, мы продолжаем. Сергей Сихлов, главный тренер команды «Амур». Сергей Александрович, пожалуйста, ваша оценка сегодняшнего матча. Добрый вечер. Ну что хочешь сказать, две игры, они прям одинаковые. Хорошие моменты, реализация нам немножко желает лучшего. Вот, опять же. Равный счет 1-1, 2-1, прошлую игру 2-2 сегодня. К сожалению, получаем третий или второй гол мы почему-то, да. Какая-то, мне кажется, может, мастерства не хватает, может, везения не хватает. Потом стараемся вернуться в игру, забить, и вратаря меняем 6-го. Моменты есть, и штанги были, и все. Как-то не получается. Ну, хочется дать комплимент команде. Команда бьется, команда работает, команда показывает хорошую игру, хорошее движение, желание. Мне нравится, я считаю, что в целом, ну, ребята, скажем, сделали все, что сегодня могли. Спасибо. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Добрый вечер. Азамат Шулуков, медиакарсеть. Сегодня был у Томаша Загорный последний матч в этом сезоне. Как считаете, была ли у него сегодня дополнительная, может быть, эмоциональная мотивация? Оцените его игру сегодня. И оцените вообще вот этот сам факт, то, что он уезжает. Ну, мы понимаем, скажем, есть семейная ситуация, которую надо, в принципе, быть рядом с семьей, мы это понимаем, и я считаю, что Томаш и эту игру сыграл довольно-таки хорошо, и, скажем, в предыдущем матче, скажем, по поводу самоотдачи, по поводу желания, работы, способности, я считаю, что Томаш достойно играл все эти сезоны, и в этот сезон, учитывая того, что была большая пауза, перерыв, и болезни коронавирусом не было, физической подготовки как таковой. В целом ребята старались, сражались по поводу работы, самоотдачи, претензий никому нет. Томаш, в частности, я думаю, что много сезонов сыграл за Хабаровск. Я считаю, что хороший игрок и очень важный игрок, и он много носил капитанскую повязку. Я считаю, что для Хабаровска это, скажем, потеря очень такая ощутимая как таковая. Да? Ну, понимаю, и спорт есть спорт, жизнь продолжается, приходят новые люди, должны понимать, что все-таки жить. Хоккей, она не вечна, все-таки семья, все-таки все равно она впереди всего идет, как таковая, да. Вот, поэтому хочется пожелать Томашу удачи, успехов, конечно, всего, чтобы хорошего, чтобы, дай бог, все
с первенцем у них все получилось все удачно и хорошо, и пожелать, конечно, спортивных удач. Хорошо. Второй вопрос и последний от меня. За час до матча узнали, что Тарасов сыграет в воротах у Салавата. Как-то меняли подготовку в этой связи? Все-таки он высокий, Мецало маленький. Опыт у них сильно разнится. Ну, конечно, мы ребятам рассказываем и говорим, что мы узнаем, конечно, за полчаса до игры, скажу в кавычках, да, кто будет в составе, мы же не можем заранее просчитать и планировать. Вот мы все разбираем, у нас есть люди, которые работают этим делом, мы всех повторяем, знаем, как они играют, какие играют, да. Да, были сказаны моменты, но, понимаете, каждая игра, она по-разному осваивается, и в лотерее бывают и хорошие моменты, и удачные моменты играют, да. Считаю, что в лотерее, скажем, оба лотеря, и Женя, и Тарасов, с его стороны, сыграли хорошо, хороший матч, да. Вот, так что мы забили на одну меньше. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, благодарим. Спасибо, все хорошо. Коллеги, мы продолжаем. Томаш Загорна, который проводит сегодня последний матч в чемпионате за Амур, ответит на ваши вопросы. О том сезоне. За Амур в чемпионате этом, да. Да. Все верно. Но сначала поделись впечатлениями об этой игре для СВЦ. Еще раз? Что ты думаешь о сегодняшнем матче? Я шучу. Ну что, это была моя последняя игра в этом сезоне. Я, конечно, очень хотел, чтобы мы выиграли. Думаю, что мы неплохо играли, но просто не получилось. Там, думаю, что было много удаления. И с такой командой, как Уфа, у кого есть очень хорошее большинство, когда очень много забивают, так нельзя играть много в удалении. Просто, да, но хотел выиграть, но не получилось. Жизнь продолжается, но я очень рад, что еще мог сегодня играть последнюю игру мою здесь. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Здравствуйте. Азаман Шелуков, медиакрасетик. Какой момент игры за Амур был для вас самым запоминающимся за эти сезоны? Да, тех 6 сезон, да? Ну, 6 получается, да. Вообще, да. Блин, просто, ну, конечно, мой первый сезон был, это было все новое, просто новая лига, новая сторона для меня, и это было очень прикольно, и, ну, я думаю, самый лучший сезон был, когда мы попали в плей-офф, это был 4 сезона назад, думаю, когда мы играли 3 сезона назад, когда мы играли первый раунд с Казани. Я думаю, что это сезон, потому что я пришел, я говорил, что просто хочу играть с этой командой, помочь этому клубу играть плей-офф, но получилось только раз. Я хотел больше играть, но так бывает, но ответ на этот вопрос просто этот сезон, когда мы попали в плей-офф. Опять же, об этом сезоне, когда вы попали в плей-офф, вы уже разговаривали с кем-то из бывших игроков того состава, например, с Мецлой? Получали ли вы от них какие-то слова пожелания на будущее, поздравления с тем, что вы скоро отцом станете? Нет, мне кажется, что они не знали, только не смотрели на Инстаграм, что это моя последняя игра. Но я только уезжаю сейчас. Никто не знает, что будет на следующий сезон. Можно, что увидимся с ними еще как вместе или как соперник. Никто не знает. Но мы с Юхом, мы друзья, мы общаем много через телефон. Что я думаю, что он еще будет звонить мне. То есть пока неизвестно, сыграете ли вы за Амур в следующем сезоне? Я сейчас закончил здесь на этот сезон, уезжают, и у меня еще не контракт на следующий сезон, и этот вопрос я еще не решаю. Окей, у меня все. Спасибо, удачи. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Из офлайна, пожалуйста. Пошли, да, все офлайн. Вопросы из зала, Тома, что когда после матча вся вот церемония шла с твоими кругами, да, вокруг площадки с подарками для болельщиков. Казалось, что у тебя даже слезы на глазах. Расскажи про эмоциональность этого момента, как ты себя чувствовал.
Это уже только для тебя, да? Нет, это для всех. Это на камеру? Да, да, да. Ну, конечно, я не знаю это слово, но чуть плакал, потому что это была очень сильная эмоция для меня. Я здесь играл очень долго, чувствовал, как, ну, уже как хабаровский житель. И, ну, я очень рад, что все, кто работает в клубе, в команде, кто нам всем помогает, руководство все, были просто, все были очень приятны с нами и очень помогали. Никогда не было проблема. Ну и мы просто чувствовали я чувствовал очень приятно, и моя семья тоже. За это очень большое спасибо. Спасибо тебе. Во-первых, и последний вопрос, знаешь, это что вместе со своей игровой оранжевой майкой ты выбросил чип электронный. Да, выбросил, но мы забыли. Это твоя ошибка и моя тоже. Но пожалуйста, кто поймал эту майку, просто если было у вас чуть-чуть время, принесите, пожалуйста, на арену. Спасибо. Есть возможность еще пару слов, возможно, сказать болельщикам? Мы уже много сказали, мы просто они все молодцы, мы очень рады, что нам всегда помогали в этом сезоне, когда они 2 месяца они не были на игре, когда была пустая арена. Это очень было грустно, неприятно. Мы ждали их. Но я рад, что все чуть поменялось. Ситуация с коронавирусом была уже получше. И много болельщиков пришли и могли нам помогать. Что, большое спасибо всем болельщикам. И надеюсь, что поддержка этой команды будет еще продолжаться, и болейте за нас. Спасибо. Спасибо. На этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо, Томаш. Спасибо. Хорошо, чем.